Рекордная сумма за первый квартал. Блокчейн-консорциуму Art.Resev удалось привлечь инвестиции на сумму 150 миллионов долларов. Глава консорциума Дэвид Раттер в интервью изданию CoinDesk сообщил о закрытии крупнейшего раунда финансирования в первом квартале 2017 года. Сейчас в составе блокчейн-консорциума Art.Resev 77 участников. Организация имеет офисы по всему миру, среди которых США, Англия, Швейцария, Австралия, Сингапур, Тайвань, Южная Корея и Япония.